сожалению, уже есть такая практика о постоянных путешествиях наших политических оппонентов, лидеров оппозиционных партий Молдовы. Кстати, писали, что за деньги беглого казахского олигарха, который украл более 4 миллиардов долларов из казахских банков, вот на эти деньги некоторые гражданские активисты и лидеры оппозиционных партий путешествуют в Брюссель и в Страсбург и порочат Республику Молдову. А знаете, это вы о ком сейчас, господин Сербо? Пресса об этом писала, не хочу сейчас вдаваться в подробности, но если это правда, то это просто устрашающая правда, чтобы за грязные деньги порочить Молдову за рубежом и просто-напросто закапывать все будущее Молдовы. И речь тут не идет о демпартии, о правительстве, потому что политики приходят, политики уходят, но Молдова остается, и раз она уже была запятнана с ног до головы, то будет очень сложно потом любой власти, которая придет, отбелить ту репутацию, которая была испорчена.